Что ж, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить Tomb Raider 2013 года наш, и у нас очень номер 7, часть под номером 7, под названием Горный Монастырь, и, в общем, соответственно, в нем мы непосредственно с вами начинаем эту часть, в общем, нас схватили, как помните, из прошлой, сейчас, в общем, будем выбираться, пытаться отсюда как-то. Сначала там раскачаться. Так, это вот немножко. Вот так вот. Ой-ё. Высоко, конечно, подвесили-то, да? Ой. Неприятно. Неприятно. Ох. Еще пилота этого схватили, да? Самолета нашего. Так, давай сейчас отсюда тогда выход искать. Что я тебе хочу сказать. Вот, еще да, в этой части мы с вами дособираем эту самую горную деревню. То есть это да, все там вообще соберем. До конца все, что можно. Вот, единственное, что кроме, естественно, ресурсов. То есть я вам напоминаю, что ресурсы, ну, как бы, ресурс, по сути, как получится. Я, в общем, именно непосредственно к ним так отношусь. Вот, но все испытания, все документы, все артефакты, все тайники, мы, естественно, все это с вами, естественно, там найдем. В горной деревне нашей. Ну, сейчас потихоньку давай тогда отсюда искать выход. Так, здесь вот, кстати, да, мы получаем с вами дрободан. То есть это у нас новая приколюшка, которая нам, на самом деле, помогает вот такие вот именно доски, грубо говоря, ломать. На самом деле, даже в горной деревне он нам тоже, в общем-то, нужен, по сути своей. То есть там тоже есть несколько мест, в которые без него непосредственно не попасть. Ненавижу гробницы, это серьезно? Милая. Himiko, the first Sun Queen. This is Yamatai. And you're really here. Really dead. This is incredible. This looks like some kind of fire ritual, a sacrificial ritual. Horrible. But why were the women burnt like that? A journey. A pilgrimage to... Is that this monastery? Pouring water. But why? And there you are, Queen. It's not pouring water, it's transferring power. This is an ascension ritual. It's how you chose your successor. Oh no. I'm gonna die. Mm-hmm. Первый, второй. Я сказал второй. Ага. Ага. Хорошо. Так, еще кто-то? Еще желающие? Желающие еще, конечно, есть у нас, да.
Господи, да умри ты уже. Ой, вот за что я обожаю вот эту вот игру, именно, да, перезапуск Tomb Raider, это за то, что видите, да, что как бы на экране происходит, но при этом, в общем, несколько лет назад я, видите ли, оленя было жалко, да? Это, конечно, блин, забавно очень. В том смысле то, что да, она тут, в общем-то, армией вообще валит людей, при этом оленя ей, по сути, свою жалко, да? Да. Понимаю. Понимаю. Это я прекрасно понимаю. Бэм. Так. Ломать не строить, в принципе. Мы это, в общем-то, и так знаем, да, в общем-то. Лара, она все поломать очень сильно любит. Так, здесь у нас еще лагерь. Это, да, лагерь. Так, навыки у нас. Еще одна штучка. Наверное, мародерство качнем себя. Так, здесь еще прокачать можем. У нас еще дроподан, да, теперь. Давай, наверное. В дрободане еще у нас. Даже, если честно. Если честно, реально даже не знаю. Да я кожух тогда качнем, что ли. Чтобы мне больше патронов было. My shotgun should do the trick. Угу. Это, блин, зараза, опасно очень. Это очень реально опасно. Там здесь, по идее, только прыгать получается, да, туда. Вот это она, конечно, блин, выдает. Причем, откуда она этому всему научилась, вот реально, я вот это только понять не могу. То есть, по идее, она же здесь просто как бы... Я вообще, да, понимаю, что это, что, да, этот перезапуск вообще всей серии. Как бы, то есть здесь нету, по-моему, как бы никаких, не знаю, предпосылок к тому, что у нас настолько вообще крутой непосредственно паркурщик, да, у нас. Ладно, не знаю. Тут, по-моему, вообще мало чего именно об этом, да, в игре говорить. Очень мало. Вот она, блин, по паркуре тут вообще трендец. Я, конечно, понимаю, да, что в прошлой части... Ну, в прошлой части, понимаешь, да, у меня там в особняке аж там, да, там целый там спортивный зал типа того был. То есть, да, там у меня там был там бассейн, там все такое, да. То есть там комната самая там с тренажерами, там, да, там со всякими. Вот как бы, да, там-то оно понятно, почему она именно такая там была. Вот, но вот здесь это, конечно, вот как-то не особо сильно понятно, если честно. Это, конечно, вот у меня так это слегка вопросики вызывает. Так, вот здесь, кстати, тоже, да, я довольно долго мучился с этой загадкой, не понимал, что тут надо делать. Тут, оказывается, надо вот эти сначала колонны вот эти, да, поломать. Соответственно, вот этим вот колоколом типа того. А потом уже непосредственно там вот, в общем-то, ударить по этому, по главному, грубо говоря, да, вот колоколу. И скажешь, понятно, да, что надо использовать это самое вот... стрелу веревочную,
Но как-то до большего я, если честно, как-то не дошел сначала. Вот, но потом, естественно, как бы через какое-то время я, соответственно, уже это и понял. Что тут делать надо. Хотя, по-моему, это довольно так это логично, в принципе, было само по себе. Так, там внизу этого ресурсы есть, правда. Вот так вот, я не знаю. Как бы логично, да, что надо как-то в этот колокол позвонить. Оно само по себе напрашивается. Так, ну так он, наверное, не долетит, да, у нас просто сил не хватит. Так, да и тогда еще раз откроем, думаю я. Только думаю, ага, может вас надо раздолбать. Я думаю, ага, понятно. Понятно все, Михалыч. Так, ладно. Тогда сейчас раздолбаем, что хочу сказать. Ломать, в принципе, это нам не строить. Ага. Так, первое готово. Так, сейчас надо эту закрыть. Другую открыть. Чтобы, соответственно, по вторую также попасть. Так, и еще по тебе надо попасть, да? Ну, отлично. Так, ребята, ребята, подходите. Подходите ко мне, пожалуйста. Ага, минус, ой-о, а ты какой-то, блин, крутой довольно, да? Ладно, с крутыми у меня тоже разговор короткий. Вот такой вот. Shit. I've got to get out of here. That bell should do it. Так, ну и сейчас мы, наверное, две вот эти вот уже открываем ставни, да? И, соответственно, по колку убьем уже. Этот висюлькой, типа того. Так. Ага. И, собственно говоря, все, сломали. Это нас что-то... Мини-босс какой-то, да, я так понимаю. Ага. Так, хорошо, хорошо, хорошо.
boy. Yours too, Sam. Is the rest of the crew with you? No, I just managed to steal this radio off a guard. A guard? I've been kidnapped. What? Where are you? I don't know. Some old Japanese palace. They keep talking about a fire ritual. Laura, I'm fucking terrified. Shit, someone's coming. I've got to hide this thing. Sam? Sam! A fire ritual. Like the mural in Himiko's tomb. Roth, are you there? I'm heading towards the palace. The others are being held there too. I'll catch up to you and we can go in together. Так, ну и попадаем мы, соответственно, да, обратно. В общем, это в горную деревню в нашу. Just when I thought things couldn't get any worse. What were those things in the monastery? They were dressed like the storm guard, and the sounds they made almost inhuman. Shit, just listen to yourself, Lara. You sound like dad. It's like they're the remnants. Так, что у нас тут по ресурсам? Ничего не хватает, да? Жалко, конечно. Жалко. Еще пистолет у нас вообще еле-еле прокачан. Наверное, за творчество купим. Да. Чтобы было просто. Я говорю, вот этой всей прокачкой занимаюсь просто тупо, что, чтобы она была. То есть так-то, мне кажется, она даже по сути без нее можно игру пройти. Я, конечно, в этом не уверен, но что-то как-то сомнительная она очень сильно. Как по сути своей воре. То есть воре, да, помните тоже, да, в этом в 14-го года, который там тоже можно было даже по сути без прокачки всю игру пройти. Там даже, по-моему, это самое и была это самая ачивка, ну, это самое, в смысле, настройка, да, в этой в особой сложности, что типа ты ее выключаешь. А и, собственно говоря, можем там даже там, да, всю игру, по сути, без нее пройти. Абсолютно. Вот здесь, по-моему, получается это та же самая история, да? Что это там? Так, давай сейчас смотреть, что у нас здесь по собиралкам. 6 статуй у нас, да, в общем-то, зажжено на этом. Так, сейчас, в общем, с вами будем добирать вот эту всю деревню нашу, на самом деле. Еще нам, на самом деле, собрать еще надо, ой, как много чего. Так, там настроя. Наверное, все-таки пистолет или... Нормально так. Быстренько всех закошмарили. Угу. Так, ресурсики. Еще ресурсики. И еще ресурсики. Хорошо. Так, и вот здесь вот у нас как раз таки вот, да, тот вот домик, про который я вам в прошлую часть, помните, да, говорил. Вот сейчас мы непосредственно как раз туда-то и с вами и попадем. В него. Так, здесь у нас, кстати, вот этот тайничок сразу здесь вот, в общем, лежит. Здесь я его как-то уже заметил краем глаза. Уже у нас 10 из 15. Так. Ломаем. И сейчас у нас будет заставочка здесь. Небольшая такая. I'm here, Sam. Are you okay? What do they want with me, Lara? A fire ritual? This is so fucked up. Listen, I'm coming to get you. I'm going to get you out of there. Please, please help me, Lara. I promise. I promise, Sam. Hey, she just... Oh, no! Sam? Sam? Help me, Sam! Please! Так, здесь у нас еще, кстати, да, наверху лежит документик один. Сейчас мы как раз и за ним с вами пойдем.
и чтобы вот этот на домик весь нам, в общем, сразу добить, типа того. И, по-моему, он здесь у нас наверху, да? Документик этот. Ага. Вот здесь вот. Сейчас я, в общем, замолкаю. I want for nothing now. As a priestess of the Sun Queen, I stand above all others in her court. I'm being instructed in languages, etiquette, history, warfare, all the skills needed to rule. And the Queen has been like a mother to me. Warm, attentive, loving. But it all feels false, like some kind of performance. When I talk to the other priestesses, I sense disquiet. Some of them feel as I do. Perhaps all of them. But why? What is it that we all fear? Здесь у нас, кстати, да, еще, в общем-то, в этой локации у нас три документа есть, то есть, которые мы с вами, да, еще пока что, в общем, не взяли. Да, все мы их, естественно, с вами тут сейчас заберем. Так, и у нас здесь еще вон аж как много тайничков, на самом деле. Здесь я, в общем, посмотрел на объем нашей работы, которую нам в этой части предстоит сделать. И что-то как-то, знаете ли, что-то как-то довольно мало чего я тут собрал вообще, в принципе, что я вам хочу сказать. Очень даже мало. Вообще, вот это вот все, как бы, ну, большую часть, да, я имею в виду, мы должны были собрать еще в прошлой части. То есть это я как бы вот к тому, что будет, если я, в общем, непосредственно перед записью не исследую карту, да, на которой я, да, все записываю. Это, в общем-то, вот, как бы я об этом, обо всем. Поэтому, в общем, да, придется нам эту всю часть, наверное, посвящать тому, чтобы доисследовать вот эту вот горную деревню. Остатки ее, скажем так. Ну, на самом деле, здесь нам еще много чего надо собрать вообще, в принципе, вот сейчас, именно на данный момент. Так, вот здесь, по-моему, где-то еще, да, у нас тайничок лежит. Он у нас там прямо перед носом, считай. А я его что-то все еще не вижу никак. Они, правда, они как-то очень мало заметные, если честно. Тайники вот эти все именно. Их вот именно сложно прям как-то реально замечать. Одинаковые вообще все абсолютно. Так, здесь у нас еще где-то артефакт лежит. Так, давай сейчас взбираться. Так, вот, по-моему, где-то вот здесь вот, да, вот внизу он. Вон там он где-то, да? По-моему, он лежит. Да, тогда сейчас тут вниз спускаться, что ли. Угу. Вот так вот. И, собственно говоря, вот сюда вот. Так, здесь у нас что лежит? Здесь у нас лежит... Жетоны морпехов. USA. I don't think any of them made it out of here alive. Так, здесь у нас что есть? А помню, здесь у нас ничего-то и нету. Здесь у нас, по-моему, внизу вот на самом деле будет тайничок один. Вот, а здесь у нас на верхах-то, по-моему, ничего нету. Остался нам туда, правда, только один этот документ, на самом деле, наверху именно взять. Вот, а так мы здесь, по-моему, наверху-то все взяли. Здесь у нас еще испытание. Четвертое гнездо найдено. И
Еще здесь, кстати, здесь недалеко где-то должна быть статуя, да? Вот здесь вот. Ага. Хорошо. Так, еще минус статуя у нас. Это у нас седьмая. Так, вон туда, вон. Вот там у нас, да, еще, по-моему, документ как раз лежит. Вот там, да, вижу его даже сейчас уже. Вот. Today I am Hoshi, daughter of Hiro and Kokoro. Tomorrow I will be Hoshi, daughter of the sun. The queen has spoken, and I was given the robes. Every girl in every village dreams of this honor. Mother cannot stop crying, and father is beaming with pride. I have never seen him smile so much. This greatest of honors will raise my family to the heights of Yamatai society. We will want for nothing. And someday, the Sun Queen may even choose me to take her place. And yet, I cannot deny my feelings. At first, I dismissed them as simple nerves, but the unease has grown within me. I could never refuse the call. To do so would invite ruin to my family. But I am frightened of my queen. Угу. Так, вот здесь вот тоже можно стрелой запульнуть. И, по-моему, все остальное у нас на самом деле внизу здесь. Получается, да? Насколько я так понимаю, то да. Много еще чего на самом деле, да, внизу не взяли. Вообще очень много чего не взяли. Получается. Да фига чего внизу не взяли. Так, здесь у нас, по-моему, скоро я найду этот самый тайничок один, правда. Или погоди, или еще один тайник у нас здесь наверху есть. По-моему, насколько я помню, то да. Если у нас еще один тайник наверху есть. Вот. И все остальные тайники. Да, все остальные тайники, они у нас внизу. Здесь у нас наверху есть еще один тайник. Мы его, в общем, не взяли. С вами получается. Не нашли. Вот сейчас вот я, по-моему, да, как раз на него это допрыгну. Ну, он там, он у нас там блестит. Здесь вот. Приколюшка это. Так, 13 на этом. Вот, да, у нас вот эти два тайника, они у нас как раз внизу, которые остались. И, соответственно, да, у нас здесь еще один артефакт и еще один, по-моему, документ. Да, у нас 6 из 7 и еще 5-6 артефактов. Да. Тайники у нас два вот этих последних внизу получаются. Сейчас, наверное, пойдем как раз за артефактом и за документом, за нашим. В общем, они у нас там, где у нас это самое, где мы это появлялись здесь с горной базы. То есть там мы тоже не обсмотрели на самом деле местность одну. Вот там у нас как раз-таки находится вот последний артефакт и, соответственно, документ. Здесь мы уже вряд ли что с вами найдем. Ага. Сейчас, наверное, давай этим телепортиком воспользуемся. От лагеря, от нашего здесь вот тоже, который у нас есть. Конечно, как же удобно порой получается так, что она не... У нее как-то законы физики, если честно, не действуют. То есть, вообще, если как бы мы в реальном мире бы жили с вами, ну, как бы, если в игре все законы физики, да, они бы работали, я думаю, она бы сейчас вот врезалась бы вообще просто бы нафиг вообще вот тот домик. А как-то она, не знаю, подружилась с гравитацией, типа того Лара у нас в этой части, да?
Ладно, в принципе, это, конечно, да, я понимаю, это очень сильно условности. Это так уже. Так, сейчас. Погоди, я сейчас думаю, как нам туда попасть. Вот давайте вот все в нижние, получается, места. Ну там, наверное, к этому, к лагерю надо будет телепортироваться, да? Там-то, по идее, по-моему, никак туда не попадешь именно вот вниз. Эти вот в нижние места, да? По-моему, да, здесь она не допрыгивает, получается. У нас. Ладно, ладно, потом тогда что-нибудь придумаю еще. Посмотрим, как нам туда попасть. Потому что, по-моему, здесь вот нету такого, что ты, как бы, не знаю, один тайник пропустил, и дальше у тебя будет, ну, как бы, ты, соответственно, до него дальше вообще доступа у тебя не будет, в принципе. Вот, по-моему, здесь таких, как бы, ситуаций именно в игре вообще нету. Так, здесь у нас, кстати, да, находится одна статуя, тоже это самое испытание, это иллюминация. Вот там вот она у нас, да, как раз... Видите, да, ее даже уже, по-моему, отсюда. Это светилище типа того, да, с ней. Так, еще ресурсики. И вот здесь вот, да, вот у нас как раз-таки еще одна статуя. 8 уже. И здесь у нас последние, в общем, артефакты и, соответственно, документик. Сейчас мы их с вами, естественно, заберем. Здесь у нас, да, кстати, за документом, чтобы попасть сюда, нам нужен тоже дрободан. То есть, поэтому, по сути, я даже в какой-то степени неправильно, то, что я сюда сразу не пошел. Вот, а то как-то, не знаю, не особо логично получилось бы. I will serve you unconditionally and protect the lands of Yamatai and all your people. I will stand at your side for the remainder of my days, relinquishing my post only at your command. If I should fail in my duties, my life is forfeit. My heart beats at your command. My breath is drawn at your pleasure. From this moment onwards, I answer only to you. И здесь у нас еще лежит артефактик. Вот тут вот. Угу. Что у нас здесь такое лежит? A root traditionally used in Kampo to fight inflammation. Сушеный корень гоба. Отлично. Так, вот с этими вот с двумя тайничками, что нам делать, как нам туда к ним попасть-то вниз? Я, если честно, даже-то и не знаю пока. Ну, по-моему, там к этому, к лагерю надо телепортироваться, да? По-моему, там это, что-то такое там, по-моему, с лагерем надо делать-то, да? Или погоди, или я как-то все-таки придумаю, как сверху туда попасть можно. Угу. Статуи какие-то, блин, прям величественно так это все это очень выглядит. На самом деле, если честно, я вот так-то тут себя поймал на мысли, то, что мне вот именно вот такие вот все пейзажи, они, в принципе, очень даже сильно заходят. То есть такие вот, знаешь, такие вот горные там всякие такие вот, в общем, да, которые очень раздают в этой игре представлены. Очень все это, конечно, так внушительно и красиво, естественно, да, выглядит. Так, как мне, блин, зараза, попасть вниз? Теперь давай-ка мы на этот вопрос с тобой ответим как-нибудь. Ну, по-моему, я вот, в общем, знаю, как. Правда, нам надо, в общем, вот на эту вот веревку прыгнуть, да?
Ну да, получается, что так. Окей. Так, здесь у нас внизу, значит, один тайничок есть. В смысле, да, в смысле даже два. Получается, да? И еще одна статуя. То есть, соответственно, статую нам надо, в общем, да, тоже так же поджечь. Так, где он здесь у нас находится? Где он здесь у нас находится? Находится он у нас... Вот, по-моему, не вот здесь, да? Так, а где же он? Вон там, по-моему, наверху что-то блестит, да? Так, вот, по-моему, где-то вот здесь вот, да? Да-да-да-да-да-да-да. Вот-вот-вот-вот он лежит. Так, 14-й. Отлично. Предпоследний. И, соответственно, последний, он у нас, в общем-то, вот тот, как раз, вот, который я говорил, который у нас там, в общем-то, блестел. То есть нам непосредственно надо будет сейчас вот сюда вот наверх здесь, да, вот подняться. Я вот тут что-то как-то эту стрелу-то запульнул, но что-то как-то я сюда особо сильно не слазил. А надо было бы сюда слазить. Так, вот у нас еще один тайничок. И, соответственно, еще одна статуя и, соответственно, ресурсы. Отлично. Так, зажигаем статую. И, соответственно, да, у нас осталась последняя статуя и еще одно гнездо. То есть это тут разоритель гнезд. Но мы это, естественно, сейчас с вами все, в общем-то, с вами, естественно, найдем. Так или иначе. Поэтому по этому поводу даже, в общем-то, не переживать. У нас еще одно очко навыков, правда, есть. Надо будет его сейчас потратить нам, наверное. Вот, а где же у нас эта статуя? Где же у нас эта статуя? А статуя это у нас на самом деле там, где, помните, я вам в прошлой части говорил, что мы там это поднимались, когда к этой самой гробнице как раз. А там я вам говорил то, что там вот у нас слева есть такой небольшой закуточек. Ой, и вот в этом закуточке у нас как раз-таки находится статуя. Вот непосредственно вот как раз-таки вот эту статую я и не поджег, получается. То есть вот такое вот, да, вот такое вот кино. Как мы видели в кино. Так, где же эта статуя? Где же эта статуя? Да, думаю, я сейчас. Оно у нас оказывается все довольно просто. Оно у нас оказывается все довольно просто. Я уже, по сути, свои несколько раз даже мимо нее проходил. Как-то вот так вот оно очень все интересно у нас, в общем, получается. Так, ну да, тогда, наверное, к этому лагерю возвращаться, думаю, сейчас. Так, здесь мы с вами, да, все собрали. И вот сейчас вот... Вот сейчас, по-моему, я как раз уже к ней непосредственно иду, к этой статуе. К одной нашей, к последней, которую я пропустил. Довольно успешно. И вот в этом вот как раз весь профессионализм, по-моему, и заключается, понимаешь? То есть вот то, что... Я, то есть, если я, конечно, да, если я там, не знаю, там еще видео даже перед этим посмотрю, перед тем, да, соответственно, как записывать, мне кажется, это уже будет, как бы, более профессиональное прохождение, чем еще вот то, что вот вы сейчас видите, да, вот я вот сейчас тут сколько вообще вот раз на паузу просто вставал и, грубо говоря, вот так вот ничего, по сути, своего не собирал. Это, конечно, да, понятно, что я пишу, не знаю, там, тайм-коды в описании, то есть, те, кому интересно все это, непосредственно, да, всякие собиралки, могут непосредственно к ним обратиться. И все это, естественно, по ним собрать. Но именно вот ради картинки, не знаю, там именно, чтобы красиво все, не знаю, там профессионально выглядело. Вот это очень так, это фиговенько, если честно. Как опять же, как мне кажется. То есть лично у меня вот такое мнение. То есть вот если делать профессионально, то надо вот вообще вот именно вот таких вот, не знаю, моментов, их вообще их не должно быть вообще в принципе, да, в прохождении.
Так, и вот здесь у нас, по-моему, как раз-таки вот последнее гнездо находится. То есть это самый разоритель гнезд. Вон, но там у нас, да, вот наверху. Как раз мы его даже, по сути, в первой части пропустили. Как ты понимаешь. Ну, я имею в виду, что в первой части, когда мы здесь вообще в этой локации были. То есть мы здесь, в общем, да, помнишь, поднимались на эту, на горную базу, или там что там за этим, за рюкзаком, по-моему. Не, по-моему, на эту, по-моему, на горную базу мы сюда поднимались. Вот, то есть мы его еще тогда, в принципе, должны были бы найти. Но, опять же, в общем, как-то не получилось, не срослось. Так, давай, забирайся. Вот, забираем последнее яйцо. Разоритель гнезд мы на этом с вами получили. И сейчас давай, короче, к лагерю. В общем-то, отправляться. И, соответственно, в следующей части уже пойдем на новую с вами локацию. По идее, да, по идее, все мы здесь с вами, в общем, так или иначе, и, естественно, нашли на этом. Чем я вас, в принципе, поздравляю. Много здесь, конечно, да, у нас собиралок всяких, то есть много артефактов, много тайников. Тайников здесь вообще просто дофига. Что я вам хочу сказать, 15 штук оно шло на карту аж на всю. Тайников тут, конечно, у нас с вами, ух, немало, немало, очень даже сильно немало. Ну и, ребят, что я хочу на этом сказать? Я, наверное, буду на этом с вами прощаться. Сейчас мы, в общем, дойдем до лагеря. На этом у нас, в общем, серия, в общем-то, закончится, как вы понимаете. И, ребят, что хочу сказать? На этом всем спасибо. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям, добавляйте юзерные, комментируйте. Все это, как вы знаете, очень сильно помогает каналу развиваться. Так что, ребят, всем большущее за все, как обычно, спасибо. И всем, ребят, на этом до свидания. Всем, ребят, на этом пока.